Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я по образованию детский педагог-психолог. На данный момент я в поисках работы. На этой неделе нашла работу помощника-воспитателя в реабилитационном центре для детей с ОВЗ. На следующей неделе нужно выходить на работу. Хотела спросить совета, как вы думаете, стоит ли хотя бы временно поработать помощником воспитателя или поискать более достойную работу? Честно говоря, вот несмотря на такую простоту кажущуюся вашего вопроса, я даже некоторое время пребывал в затруднении относительно того, как на него ответить. Потому что, ну, во-первых, если вы психолог, то вы знаете, что мы советов не даем. То есть, ну, не могут психологи давать совет. Вот. Это нарушение, ну, профессиональной этики. Вот. И, в общем и целом, совершенно это неприемлемо. Вот. Если вы, ну, как бы спрашиваете, нас об этом, то есть, ну, задаете вопрос, я думаю, что, ну, вам нужна консультация, вот. Если вы просто хотите совет, то, ну, я не очень, понимаю, да, почему вы спрашиваете об этом у нас, потому что вопрос-то не, ну, ну, не психологический. Ну, у вас. Вот. Ваш вопрос, он, ну, не психологический, ваш вопрос, он больше такой из серии «стоит, не стоит, не стоит». Вот. Если, значит, ну, вы сами интерпретируете, если вы сами, ну, классифицируете свой вопрос как проблемы, вот, то тогда хотелось бы, конечно, уточнить, в чем вы, ну, в чем вы видите для себя проблему, да, вот. Что она из себя представляет? Дальше. Многое зависит, на мой взгляд, здесь, от вашей мотивации. То есть, к чему вы стремитесь. Вот. А если вы хотите наработать практику как можно быстрее, вот. Если вы, ну, хотите практику, опыт, вот, то, конечно, можно соглашаться на любую работу, у вас будет резюме, портфолио, вот, где будет, в общем-то, опыт работы, и вам это будет только в плюс. То есть, ключевой момент здесь заключается в том, что вам нужно.
Понимаете? Вот именно вот что вам нужно. Потому что, ну, одно дело, если опыт, другое дело, если какая-то другая у вас, ну, цель, так скажем, вот, то есть тут вот опять же нужно смотреть, потому что пока ваша цель не ясна. Вот, ну вообще странно, конечно, то, что вы ищете работу, вроде бы, и потом как будто бы сами это, ну, сами это саботируете, то есть как будто бы, ну, вот сами же оспариваете свое решение, вот. Это вот, на мой взгляд, ну, странно немножко. А, потому что, ну, вот, на мой взгляд, если вы решили, ну, вот, работать, например, да, то есть это вы, ну, выбрали, если вы выбрали эту работу, да, выбрали записаться, значит, вы, ну, хотите этим заниматься прямо сейчас. И что вызывает у вас противоречия, да? Вот, ну, я, честно говоря, на данный момент не совсем понимаю. Не понимаю я и того, что вызывает у вас сомнения, вот. То есть я отдаю себе отчет. Я отдаю себе отчет в том, что вы можете сомневаться. Я отдаю себе в этом отчет, что у вас, ну, могут быть сомнения какие-то. Ну, вот. Но я не могу пока что понять, что это за сомнения. Поэтому прошу вас как-то вот по возможности разъяснить этот момент, чтобы было более понятно, чтобы мы могли дать вам более какой-то такой адекватный, что ли, ответ, вот, потому что сейчас это выглядит немного вот противоречащим друг другу. Да, есть мотивация, да, то вы говорите, что нашла работу, там, пойду туда и так далее. Да, вот, и есть, соответственно, то, что вы спрашиваете, стоит ли. Это лежит только вам, в зависимости от ваших приоритетов. Если вы свои приоритеты не знаете, да, то, ну, если у вас есть трудности. А трудность, если у вас есть в том, чтобы как-то вот идентифицировать свои приоритеты, вот. То, ну, вот с этим как раз можно помочь вам. Вот. И с этим, ну, это можно подкорректировать. Вот, чтобы вам было проще, вам было легче. Вот. Как-то так. Я думаю, можно ответить вам на вопрос. То, что вы детский педагог-психолог, да, ну,
подразумевает то, что я так думаю, что это подразумевает то, что вы должны работать. Значит, с детьми, вот, так вот, так, ну, так, полагаю, вот, ну, соответственно, если вы, да, хотите работать, значит, с детьми, то, по-видимому, это самый лучший на данный момент для вас шанс. Вот. Ну, мне так видится и так представляется. Вот. То есть. Вот. И, соответственно, опять же, не совсем понятно, значит, что вызывает у вас, что вызывает у вас сомнения, ну, противоречия, сомнения, да, вот, то есть, какой вот, ну, фактор, вот. Как-то так, я думаю, можно вам ответить точки зрения психологии и точки зрения психотерапии. Вот, всего вам самого доброго. Обращайтесь за помощью, если захотите разобраться в себе и лучше понимать, куда вам двигаться. Удачи!